Более 2000 сельчан, которые проживают в селе Акбулак Аксуйского района Иссык-Кульской области, получат доступ к чистой воде. С ходом реализации проекта по строительству системы водоснабжения в селе Акбулак в рамках своей рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился президент Сооронбай Жээнбеков. Жители села во время беседы с главой государства выказали беспокойство о возможном прекращении строительства, как в большинстве случаев бывает в отдаленных селах, отметили они. Экономические трудности, с которыми столкнулась страна вследствие пандемии коронавирусной инфекции, не повлияют на реализацию проектов по обеспечению населения чистой водой, подчеркнул президент. Завершение проекта запланировано на октябрь этого года. Сооронбай Жээнбеков также напомнил, что национальные программы по обеспечению населения чистой водой и улучшению ирригационных систем являются одними из главных в его президентской деятельности. На реализацию программы по обеспечению населения чистой водой помимо бюджетных средств привлекаются средства извне, в основном на грантовой основе. До конца моего президентского срока я намерен обеспечить доступ населения к воде по всей стране, отметил глава государства, напомнив, что по указу президента третий год подряд приоритетом госполитики определяется развитие регионов. По данным Госагентства водных ресурсов и АРИСа, реализация проекта по строительству системы водоснабжения в селе Акбулак осуществляется во взаимодействии со Всемирным банком. Регион Дахо, Гринчи, районы Бурбурларна, Айлакпет Бурбурларна, Айлдарга Шартюзюс. Ал кандай шарт? Биринчи шарт ошол жерде иштеп адамдарга жашоосуна шарт түзүү. Бул таза суу, ирригация, медициналык кызмат, билим берүү кызматы бул жердеки. Эмне керек ошонун баарын ошол жака бүтүрүү кызматтарга айтылгандар.